Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство часы Дизель. Сейчас я покажу вам, как добавить будильник на данное устройство. Итак, для этого мы открываем меню и выбираем будильник. Нажимаем новый будильник. И теперь мы можем выбрать время и минуты, на которые хотим установить будильник. Нажимаем на галочку. Можем также тут повтор выбрать, например, дни, по которым мы хотим, чтобы у нас включался будильник. Далее можем здесь настроить звук, включить или выключить, вибрацию, включить или выключить, и нажать на галочку. Вот, и таким образом мы добавили будильник. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.